Татьяна с детства увлечена выращиванием растений, а в школе ее любимой дисциплиной стала ботаника. Идея создания крестьянско-фермерского хозяйства на территории Одинцовского округа появилась в 2004 году. С каждым годом плантация расширялась и появлялись новые сорта ягод. Изначально мы первые свои саженцы покупали в Белоруссии, потом была Польша, Германия. Так что с миру по нитке. У нас есть и новозеландские сорта, это Пуруну и Река. Есть сорта и американские, абсолютно со всего мира. Ну, саженцы до нас доходят. Голубика требует кислых почв, поэтому производители работают на привозном сырье – торфе. Сейчас конец июля, начало августа, сезон сбора полезной ягоды только стартует. Татьяна, поделитесь секретом, как вы определяете спелость голубики? Ягода должна быть полностью синяя. И место крепления веточки к ягодке должно быть тоже синим на самой ягодке. И ягодка, она дозрела только тогда, набрала свои сахара, когда она легко ложится в руку. Вот в данный момент это еще только начало сбора урожая, и в руку она не ложится. Но вообще-то она вот должна ложиться в руку, вот она должна легко отрываться. На данный момент садовый центр занимает около 3 гектаров. Экологически чистая ягода – то, к чему стремится производитель. Поэтому обработка проходит лишь ранней весной до распускания почек. Единственное полезное удобрение, которое используется – минеральные комплексы. Поддерживать такие хозяйства необходимо, ведь они крайне важны для округа. Также у нас реализуется и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области программы именно по поддержке таких предпринимателей, сельхозпроизводителей. Проводятся на постоянной основе ярмарки фермерские, фестивали. Скоро Татьяна представит свою продукцию на фермерском рынке в селе Юдино. А в планах на будущее – оборудовать плантации тоннельными теплицами, что поможет снизить влияние погодных условий на урожай, а значит, увеличит производительность. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».